Урок, который запомнился навсегда. Если любишь кошек, то поставь этому видео лайк и подпишись на канал. У моего котика был диабет. Я спешил, скорее даже опаздывал, а он надул, и надо было сразу за ним убирать. Кто в теме, знает, какая липкая и трудно отмываемая может быть моча при диабете. Наорал, швырнул что-то не тяжелое, скорее для эффекта, чем сделать плохое. У Степы зашкалил сахар на нервной почве, и через пару дней его не стало, как ни пытался его подлечить. Берегите своих пушистиков и не срывайтесь на них по пустякам, ведь после можете сильно и долго об этом жалеть. Знаете интересный факт про кошек? Напишите. Лучший опубликую в новых видео.